Потом должны собрать зеркала. Вот. Редкие, которые потом их не достать. Хорошо. Вот, мы тоже их упакуем. И плюс ко всему мы еще берем, вот у нас есть установка бегущего огня. Да. Тоже размонтируем. Это все мотивируем. Мы заказали сейчас 5 контейнеров по полтонны. Я знаю. Туда мы будем все класть, все ценное, да, что нам есть, да, что мы могли вот все поставить, да, все. И потом, и для елки персонаж. И, саму, и мы саму елку даже уберем. Туда. Это прекрасно. Вот. Потому что она у нас много мест не занимает, мы хлопушки выбросим, а оставим только вот. Чтобы мы были бы все оружие. Да. Теперь он говорит, я приказ переделывать не буду. Я говорю, простите, письмо было уже из старого цирка до 15 августа. Я говорю, потому что было письмо из главка, я говорю, мы ответили до 15 августа. Он говорит, а я делаю приказ до 30 августа. Я говорю, так что ж я теперь буду, у меня лошади отправят, а я где здесь буду болтаться? Да. Он говорит, я не буду переделать приказ. Что, говорит, тебе не предоставит полмесяца этого легкого труда в старом цирке? Я говорю, откуда я знаю? Раз такое письмо сделали, значит, нет такой возможности. Он говорит, ну я считаю, что там шла о лошадях, но лошадей твоих отправят после 15-го. Никто ничего не говорит. Что за чушь какая-то? А я не знаю. Что ты еще расстраиваешься? Нет, ну он говорит, в приемной у Севастьянова при официальных людях. Зачем такие вещи говорить? А ты не переживай. Иди не плачь. Я вас в отпуск не отпущу. Хорошо, это, ведь это этим производство необходимости. Заниматься этим. Это производство необходимости. Да, ведь незаменимых людей нет. Значит, вы этим можете заниматься. Почему? Ничего страшного. Павлович, да. Потому что когда человек уходит в отпуск, всегда находится, кому перепоручить. Это понятно. Дело дирекции, найти ну, просто кого-то, сказать, вот кому поручить. Вот, главное, администратор. Вот вам и поручается. Вот. Вы постановочная часть. Вы, ну, хорошо, сказать, да. Ну, я все понял. Спасибо. Сделайте все, так сказать, вы все отдадите, все это дело. По ликвидации, вот с момента ликвидации, отпуск уже не будет. Понимаете? У всех все лишаются отпуска. Я лишаться его не хочу. Павел Федорович, должна быть какая-то просто профессиональная совесть. Пока я не доделаю здесь, да, ничего, да, да, я не уйду в отпуск тоже. А вы как можете бросить все и поехать? Вот, а в дальнейшем, когда вот уже мы это все подготовим, ну, я думаю... Оля, ну я не могу вас сейчас выслушать. Ну не надо, я сейчас выслушивать не буду. Ну дайте мне передышку. Да. Вот, чтобы вот они, он сказал, но он так ориентировочно еще предварительно, чтобы АВР на нашей стороне делал. Так вот, может позвонить ему, сказать, чтобы это... Ну телефон дайте мне. Вот, 237-0757, Михаил Яковлевич. Ладно. Я вас слушаю. Здравствуйте, Владимир. Ваш доктор Лебедев из первой поликлиники. Как да. Здоровье? Здравствуйте. Все нормально, спасибо. Все, спасибо. Как у вас? Все прекрасно. Какие проблемы у вас? Никаких. Вы просто пришли поздороваться? Да. Вы прекрасный человек. Ну, все спасибо. Приходят с заявлениями, и это самое, а вы пришли, да, просто поздороваться. Нет, правда, проблем нет? Точно. Ну все, да. Откройте, приду. Ну, я хоть не был 40 лет с половиной в церкви. Ну пока часто приходите, будет неделя. Придете? Давайте хоть сегодня. Сегодня? Конечно, хочу работать. Возьму дочь. Я был 12 февраля 45 года в церкви у вас. У нас 77 8 лет. У вас двое будет? Трое. Камера. Юрий Владимирович, мы начали. Я никогда не думал, когда работал клоуном на манеже, что я буду сидеть вот в этом кресле в качестве главного режиссера, да еще и директора. Сейчас в цирке у нас горячая пора. Творится бог знает что. Мы не знаем с утра, что будет к вечеру, потому что вот все в эти вот дни последние перед закрытием накопилось и всплыло, цирк закрывается, кто-то уходит, кто-то еще остается, кто-то уходит на пенсию, его нужно провожать. Много отдаем другие цирки, аппаратуры, осветительные. Но кое-что мы все-таки оставляем себе, потому что мы не хотим открывать новый цирк, как говорят, разутыми, раздетыми, мы должны иметь свой запас. И мебель эту я хочу сохранить, и она у меня будет стоять в моем кабинете. Я хочу, чтобы она осталась,
она будет напоминать мне о старом цирке. Валя, Роза Абдовна, дорогая, вы уже приступили? У меня сейчас съемка идет. Ну, давайте, давайте, хорошо, хорошо. Да, вот эта мебель, этот шкаф, сервант. Здесь можно ставить посуду, здесь можно ставить чашки, тарелки, здесь можно вешать костюм. Кстати, в нем висит моя клоунская шляпа и лежат мои клоунские ботинки. Я их берегу, да, значит, не знаю для чего, но они лежат и как-то меня поддерживают. Ну, конечно, как представитель администрации, как главный режиссер, я все это понимаю, что цирк новый нужен, естественно. Что там будет? Новый цирк, современный, больше возможностей будет для творческой работы. И удобнее будет артистам, удобнее зрителям. Вот как старый москвич, как просто человек, чья вся жизнь связана со старым московским цирком. Он же меня, в общем-то, пригрел. Единственный меня принял в свое время, когда я пришел после войны в одной шинели и ходил по всем учебным заведениям. Меня сюда приняли я. Так и остался здесь. И я буду бороться, чтобы в этом фасаде было что-то от старого цирка, чтобы напоминало москвичам. Пускай там будет новый цирк с более удобными ложами, местами, прекрасными фойе, буфетами, кондиционным воздухом. Он по-прежнему будет называться старый все равно. Старый новый цирк. Долго будут говорить в Москве. Мы были в старом цирке. Я мечтаю, чтобы в нем был и дух старого цирка. Он был также уютен и также любим. Ну вот он, наш двор. А почему такое напряжение сил и движения? Потому что конец работы. Все готовятся к отъезду. Уезжаем. Цирковые дворы все одинаковые. Здесь стоят ящики, контейнеры, реквизит. Здесь красят, здесь стучат.
ремонтируют, здесь выгуливают собак, прогуливают лошадей. Вообще здесь все время жизнь, с утра до вечера. Хлеб свежий? Да, черный. Да, кусочек. Черный? Или беленького? Беленький средний. Голодный директор. Вас скажут, почему здесь худые животные-то? Вторая конюшня. Кроме лошадей, здесь могут стоять и медведи, и хищники. Могут стоять собаки, реквизит. Но, сколько я помню, всегда в конюшне московского цирка обязательно стоит маленький ослик, как принадлежность конюшни. Вот в этом стойле стоял ослик карандаша Мишка, с которым он делал свой знаменитый выезд на манеж. Ее не видно. Сколько конюшен здесь стояло с дрессированными лошадьми, начиная с конюшни Трудцы, начиная с конюшен прекрасного дрессировщика Бориса Манжели, Анисимова. Всегда здесь оживленно кричат петухи, чистят лошадей. Вот они, следы чистки. Каждый раз, когда конюх чистит лошадь, он щеткой отбивает грязь на землю, и на асфальте видны эти маленькие шашечки. А вот во втором стойле, там, где сейчас стоит сынок, стояла лошадь Агат. Этот Агат много лет тому назад сделал мне боевое крещение в цирке. Он меня ударил копытом, я попал под лошадь. И когда меня привезли окровавленного в институт Склифосовского, врач, промывая мою рану, спросил, как зовут лошадь? Я говорю, Агат. Купишь ему килограмм сахара за то, что он тебя не ударил на сантиметр ниже. С каждым годом он становился все старее, цирк, посадка здания, уже трухлявые стены, уже не работает система отопления. У нас котлы стоят, еще от царских времен остались. Купол проржавел, уже мы боимся вешать аппаратуру такую тяжелую. Каждый директор считал, что это когда-нибудь будет цирк ломаться. Когда-нибудь. Только не при мне. Вот эти колонны, вот эти ложи,
оркестр очень удобно расположенный. Оркестр видит артистов, артисты видят музыкантов, все слышно. Эти пушки, их установили недавно. Не так давно, это, так сказать, техника современная более. А до этого стояли обыкновенные угольные прожектора, которые, кстати, очень здорово ярко светили. Здесь прекрасная акустика, здесь хороший свет, здесь все видно. Видна мимика, видны костюмы. Это очень важно для цирка, когда публика доверительно с артистом как бы разговаривает рядом. Да, грустная пустота. Грустно, да. Ну, ты знаешь, что нас снимают скрытые камеры телевидения, так что ты не переживай. Нет, я переживаю за то, что мы вот с вами расстаемся с косой. Нет, ни с кем мы не расстаемся. Мы еще увидимся. Через 3 года будет новая костюмерная. Вот все продумали. Да. Мне будет столько костюмов, сколько было тогда, когда я пришел сюда в цирк. Было очень много. Да. Я пришел после войны. Да. Была Вера Никитична здесь. Да. Вот здесь в углу спала ее слепая собака. И Вера Никитична тонким голосом кричала: «Юрочка, посмотри, какие костюмы остались от Чинизелли!» У нее в сундуке лежали те самые нафталинные костюмы с какими-то этими самыми штуками. Но костюмов было масса, все ломилось. Мы могли одеть, наверное, 5 программ. Ну и ты пришла тоже, слава богу, было костюм. Да, я пришла еще много. Даже от нее что-то оставалось. Да. И сейчас даже есть 17-летней давности костюмы. Вот так. Вот. А ваш костюм я тоже сохранила. Ну, да. Ну, береги, как не просили, что. Как не просили меня, правда, вот да? Я... Да, ну, смотрите. Ваш? Так, я тебе признаюсь, а шляпа и ботинки у меня в кабинете. Да. Да, вот. А я должна у них вас забрать ну, и сохранить. Держи, это для... Мы никому не отдадим, потому что мало ли что, знаешь, придется выйти в манеж. Ну, да. Я снова приду к тебе и скажу: «Зоя, быстро рубашку чистую». Да. И галстучек. И рубашки мой. Есть, и галстучек, и ваш костюм. Вот так. Ну, мы немножко оставили для нового цирка костюм. Правильно, правильно, оставить нужно. Посмотрите. Посмотрите, какие-то. Это 15 республик. Очень хорошо. Здесь вот от новой программы тоже немножко Деда Мороза оставили. Снегурочку. Снегурочку. Правильно, оставили. Потому что когда мы откроемся, я чувствую, это будет осенью, но чтобы уже будет елка. Да. Чтобы никому не ходить и не умолять, да. И не просить. Ну, вот здесь, кстати говоря, сегодня должны прийти и вот забрать. Что тебе пишет дочка? Работает очень хорошо, выпустила новый номер. Ну что, все работает. Мы должны собраться в новом цирке. Смотри. Да, и когда работала здесь, ты прямо вся светилась. Ну хорошо, ладно. Грустно расставаться. Ничего, 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 все. Ну, пойду дальше. Ну все, ну спасибо. Вот оно, старое фойе старого московского цирка. Так называемое артистическое фойе. Здесь всегда перед началом спектакля суета, разминка артистов, висят кольца, висят трапеции, расстелены маты, бегают дети артистов. Они всегда вместе со своими родителями. И так все времена. Во время войны артисты жили в этих комнатах. У них не было гостиниц, не было квартир. Они жили, готовили еду, пищу себе. Стояли плитки. Артисты делали босоножки и продавали их на рынке. Это был приработок. Было тяжелое время. Нужно было как-то держаться в форме. И вот так. Так и стояло это фойе. Я не знаю, какой будет фойе в новом цирке, так не очень ничего представляю себе. Но, наверное, в этом же плане это будет. Также будет
здесь толпа людей. Также будут назначаться встречи, также будут ожидать артистов, почитателей. Будут прекрасные новые гримировочные, новые коридоры, фойе для артистов, душевые. Но вот эта комната, 10-я комната, где одеваются всегда клоуны, она будет оставлена и под номером 10-м, и дверь эту оставят и вставят ее именно вот в эту новую комнату с надписями «Карандаш», «Альперов», «Берман», «Вяткин», «Никулин и Шудин», «Марчевский». То есть все обычные, Олег Попов, все, кто приезжал сюда и работал, все в этой комнате одеваются. И вот, сколько я помню, всегда в этих комнатах было весело. Потому что, как правило, приходили, ну, помимо авторов, просто приходили друзья, они сидели вот в этом предбаннике, люди гримировались и вот так же переговаривались, какие-то новые вещи приносили, репризы. Так что здесь был всегда такой клоунский клуб. Проездом клоун проезжает через Москву, он заходит на программу, и в антракте клоун обязательно идет к клоуну. Так что, если здесь работал Вяткин, можно было прийти и увидеть, что пришел Берман, или пришел Олег Попов, или пришли Любимов и Гурский. Эта комната так называется, клоунская. Даже не говорят 10-я гардеробная. А это там вот рядом с клоунской комнатой. И это даже лампа. Здесь абажур. Все клоуны снимают этот абажур, потому что он тусклый. И все ввинчивают большую лампочку, не ту, которая дирекция для экономии стоит, потому что все клоуны любят свет. И вот все, это вешалка будет, эти столики гримировочные, диваны протертые, это зеркало. Все останется здесь. Это будет как бы комната музея. Кох, Папазовы, Лери, Плинер, Корнилов, Рубан, Эдер, Филатов, Кис. Все эти фамилии, Сокол. Когда я с ними сталкиваюсь, я езжу как драматический актер с театром по городам и каждый раз сталкиваюсь с цирком. Все из этих фамилий. Я не все назвал. Алибеки, Кантемировы. Это же все. Это все было здесь, все связано с этим цирком. И вот встали новые здания. Одно, второе. Значит, здесь через некоторое время станет третье здание. Забудется ли? Вот вопрос, который я сам себе ставлю. Забудется ли этот цирк, когда станет гораздо более хороший? Продолжать ли фамилии будут? Те же фамилии, внуки пойдут, будут работать. А вот я сейчас говорю и думаю, не забудется. Почему? Вот сейчас мы играли в новом здании. Нам много говорили про его достоинство, какое оно красивое, сколько потрачено денег, какие материалы использованы. Оно еще не прокоптилось искусством. Играть в нем трудно драматическому актеру. А в цирке это, я думаю, еще сильнее ощутимо. Здесь столько было искусства. Когда я вспоминаю времена, вот когда мой отец Юрий Юрский был худруком этого здания, когда главным композитором, который часто сюда заходил, был Дунаевский, когда главным художником был Вадим Рындин, когда Уланова принимала участие в постановках балетных номеров, когда народный артист Ханов читал стихи перед началом представления, когда все были те цирковые фамилии, о которых я говорил, и еще старые вроде Лазаренко, они все сюда что-то вложили. Они прокоптили своим искусством, своей необыкновенностью этот воздух. И этот воздух нынешних артистов, вот сейчас Марчевский будет работать, я знаю, ему здесь будет хорошо. На этом воздухе держится, и театральные актеры это знают. Старое здание, оно имеет какую-то определенную
волну, на которой и зрители, и артисты лучше друг друга чувствуют. А если бы этого не было, ну зачем тогда все усилия, если вообще все в воздух уходит, ничего не остается? Поэтому давайте помнить это здание. А когда будет новое здание, придется все заново. Придется много-много лет, десятилетий, наверное, отдавать сюда столько души, сколько отдано здесь. И тогда опять мы прокоптимся искусством, и тогда опять будет хорошо ходить в это здание. А сейчас надо уже идти, да? Слушай, какая у меня к тебе вещь? В этом, в микрофоне. Ну попробуй, вот я буду смотреть сегодня. Ну поднеси ему к животу микрофон. Давай. Вот когда там вот самые звуки все эти. Давай. Просто я посмотрю реакцию публики, ладно? Хорошо. Ладно. А я буду смотреть. Посмотри, давай. Все. Все, я уже готов. Канатоходцы под руководством заслуженного артиста Чечено-Ингушской АССР Николая Никольского. Thank you.
Курбановой. Заслуженный артист Российской Федерации Анатолий Марчевский. Петр Простецов. We'll be right back.
семья Расшивкиных. Мы, артисты, всегда подходили к нашему хордингу, чтобы посмотреть и услышать, почувствовать настрой зала. Как зал настроен. И как-то уже подготавливались. Кстати, некоторые наивно думают, что хординг – это туннель, который здесь проходит. Нет. Хординг – это занавес. По-немецки хординг – занавес, который отделяет, так сказать, нашу жизнь, жизнь артистов от жизни уже на манеже. И мы вот либо здесь смотрели, либо перед своим выходом с той стороны. Клоуны обычно смотрят оттуда, откуда они выходят. Евгений Шмарловский. Должен быть наготове, потому что он выходит в свою паузу, и не дай бог какая-то заминка, что-нибудь случилось, надо бежать в манеж, заполнять паузу. Значит, реквизит здесь лежит, все, хватаешь, бежишь сразу, что делать. Иногда приходилось, были паузы, запутывалась лонжа, публика же не виновата, и по три репризы делали подряд. У нас были дежурные репризы, на всякий случай, мало ли что. We'll be right back.
Я с ним познакомился вот здесь, вот в проходе. Он ко мне подошел и спросил меня: слушай, ты вот в группе «Карандаша», я собираюсь держать экзамен. Как он? Как ты советуешь мне поступать к «Карандашу»? Я говорю ему: будь тебе хорошо, слава Богу. А если не получится плохо, скажет: вот Никулин меня посоветовал. И он пошел, его приняли, вот мы с ним вместе. У меня к нему было особое отношение. Он тоже воевал, как и я. Он фронтовик. А я, особенно в первые годы к фронтовикам, у меня было такое чувство, как будто он рядом со мной был. Какие-то свои люди, доверял им. Ну так, я не ошибся. Мы с ним проработали долгую жизнь на манеже, прошли. И когда я уходил, мне как-то было грустно. Он уже работал со своими сыновьями, передавал им свой опыт. Он мечтал ребят, так сказать, в полном блеске выпустить в свет. Но он не дожил до этого. Его сыновья работают сейчас на манеже. Они еще молодые, у них все впереди.
дальневосточные сивучи. Дрессировщик Николай Тимченко.
Валентин Дикуль. Я прошу это вас. Что вы это сами? Вам, это вы, вам, мне сейчас будут ничего, 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 ничего. Передайте. В манеже не подавите. Я буду выходить в манеж. Да? Да, и кто-нибудь мне передаст. Здравствуй. Привет. Юра, здравствуй, девочка. Тысяча лет. Вот когда буду в манеж, мне подвезет. Привет, привет. Здравствуйте. Я вас приветствую. Здравствуйте. Ну, мы... Билетика, да? А? Билетика, да? Мы пошли. То, что мы расстаем сегодня со старым цирком, это вопрос очень сложный. Это очень взволнованное сердце. Как Москва без цирка на Цветном бульваре, это совершенно невозможно. Он останется, я понимаю, но сегодня огромное волнение. Вот нашего старого цирка больше не будет. Будете отдыхать 5 года или нет? Нет, строить новый цирк. Ну, отдыхать будете? Нет, я буду строителем. Я директор, да, строительство уже, да. Ну, все-таки более меньше работы будет или будет больше? Ну, не знаю. А новый цирк будет, какая-то будет вроде этого, вроде этого? Вроде этого. Да, я хочу, чтобы был вроде этого. Конечно. Большое не будем делать. Нет, нет, большое. 2000. И такой красивый середине. Да. 2000. Юрий Владимирович, вчера не попали. Может, а? Нас пропустим? Ступенька будет. Да нет, это, конечно, пропустим, немножко. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, девочка. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, сейчас пройдете вы, сейчас пройдете. Спасибо. Здравствуйте. Я ему дал билеты уже. Да. Он уже 2 часа как здесь. Вон он идет, по-моему. Вон он идет. Нет, ну, товарищ Архипцев! Зачем вы бросили жену?
Спасибо, Милый. Спасибо тебе за книжку. Вот я вторую получил еще от одного поэта. Весенина. А это не поэт. От Весенина. Это... Здравствуй, Коленька. Ты что? А? Ты тон положил? Да. Ну, Коля, надо быть красивым. Здорово, мальчик. Принем. Так жизнь? Да. Жить не дают. Не дают, да? Жить не дают. Работаем. Да? А? Будет, да. Я рад, Юрош. Спасибо, что пришли. Давай, Ваня. Это Ваня Брюханов пройдет сейчас. Вот, берите. Он сядет там на стуле. Он иллюзионист. Он фокусник. Я испытываю, знаете, даже слов сказать просто нету. Ну, во-первых, и грустно, и радостно, что сегодня мы всех увидим и прощаемся с этим знаменитым зданием, которым отработали наши деды, прадеды, отцы. Очень жаль, что его ломают. Жалко. Меня это здание отбросило, когда заиграл оркестр «Сталинные вальсы» ровным счетом на 70 лет назад. Первое мое посещение цирка Соломонского. Тогда он назывался цирк Соломонский на Цветном бульваре, в отличие от цирка Никитиных, который был там, где сейчас театр сатиры. И мне это было очень приятно, и я почувствовал себя совсем юным. И моя матушка до революции работала в этом цирке, была акробаткой. И я свою юность провел в цирке, поэтому это просто вот я пришел как бы попрощаться с родным с чем-то. Так, ну что? Вы сказали подойти к вам 6:30. Давайте, действуйте. Да, пожалуйста. Здравствуйте, мы с вами по телефону даже знакомы. Я просто хотела вам показать фотографию, сделали в Париже, да? Да. Евсей Соломонович, здравствуйте, дорогой мой. Добрый день. Здравствуйте, мой дорогой. Здравствуйте. Я приветствую вас. С окончанием это. Да, с окончанием, да. Печально. Ну что делать? Как же я могла не прийти, проработав 33 года? Это уже не может быть. А как... Вся жизнь все-таки связана с цирком. Понимаете? С войны. Ну что ж, пройдет какое-то время, и цирк откроется новый. Было бы самое главное, чтобы он сохранил свои лучшие творческие традиции. На этом манеже выступали самые знаменитые артисты со всего мира. У Ировой, у Галины Алексеевны билет. Она меня. Вас никто не заказывал. Никто не заказывал абсолютно. Все билеты раздали артистам. Они же работают очень бесплатно. Тем не менее, вы приходите к нам, мы поставим стулья. Я знаю, что говорить. Поздравлять нельзя. Ну да, что сделать. Я помню прострации. Меня настолько замотали. Да. Вот это нормально. Господин Распилий. Ну, я вообще очень люблю цирк, старый цирк. Очень люблю приходить сюда. Мне все здесь абсолютно нравится. А теперь его не будет. И я даже не знаю, как дальше будет. Thank you.
сегодня в старом московском цирке переаншлаг. О таком переаншлаге мог только мечтать Соломонский, который построил этот цирк 105 лет тому назад. Я считаю, было прекрасно придумано, что на последний спектакль в старом московском цирке придут настоящие друзья, помощники цирка, самые настоящие болельщики, наши друзья. Поэтому в каждом билете было написано, начиналось приглашение со слов «Дорогой друг». Собственно, ну что мы расстраиваемся? Ведь мы прощаемся ведь со зданием цирка, а с московским цирком на Цветном бульваре мы не прощаемся, он будет в новом качестве. И надеюсь, что он будет лучше. И надеюсь, что в нем также будут выступать замечательные артисты, которые продолжат то, что начинали здесь Виталий Лазаренко, выдающиеся дрессировщики Юрий и Владимир Дуровы. Но сейчас существуем мы и провожаем этот старый цирк. И говоря о старом цирке, я не могу не сказать сегодня о людях, которые в нем работают и которые отдали ему лучшие годы, очень большие годы своей жизни. В нашем цирке работают ветераны. Я хочу, чтобы на манеж в этом параде вышли ветераны московского цирка проститься со старым цирком. На этом манеже выступали очень многие, кто присутствует сегодня в зале. Я смотрю сейчас на Евгения Бирюкова, ветерана цирка, который открывал сезон коверного в 28-29 году здесь. Слава ветеранам цирка, на которых держится! На которых держится и держаться будет советский цирк. Я чувствую, что сегодня удивительный вечер, и он останется у всех у нас в сердцах, и никто никогда этого не забудет. Я хочу кончить нашу с вами встречу куплетом из песни о цирке, который сейчас прозвучит. И кончается праздник, яркий, как сказочный сон. Сколько открытий прекрасных в новом созвездии имен. Снова для нас на арене цирк совершал чудеса. И застывали мгновенья, и замирали сердца. Спасибо, цирк, за красоту твоей души. Спасибо, цирк, за доброту, за веру в жизнь. Спасибо, цирк, за праздник твой, короткое свидание с мечтой. Спасибо, цирк, за праздник твой, короткое свидание с мечтой. Спасибо, сын, за красоту твоей души,
Спасибо, цирк, за доброту, за веру в цирк. Спасибо, цирк, за праздник твой, короткое свидание с мечтой.